Эту часть хочу посвятить квиддичу. Полетаем. Посмотрим, какой тут счет у нас будет. Блин. Покажи класс, кричит Джинни. Я пытаюсь показать класс. Но пока что-то не очень классно. Вот почему-то звезды эти не засчитывают. Пролетаешь вроде бы. Не так как-то я их задеваю, что ли. Вот. Вроде бы пролетаешь. Да уж. Точнее. Но здесь мы уже идем на очки. Соревнуемся. Так что пропущенные звездочки чреваты снижением баллов. Они за тобой. Блин. Облетаем просто вот этих чувачков, препятствия такие. Насовали их в хаотическом порядке. Мешают тут соперники мне красиво пролететь через звездочки. Но Снич наш. Так. Отлично, 29. Как-то очень медленно ползет оценка. Давай, давай, давай. Троечка. Ох, вообще какого-то миллиметра не хватило до пятерки. Обидно. Ну ладно. Вот матч против Слизерина. Слетаем. Я не буду добиваться в каждом матче пятерки. Это муторно. Пройду так, как получится. То есть, когда я просто задеваю эти звездочки, это засчитывается как хорошо. Вот. Вперед! А когда пролетаешь вот так по центру, это отлично. И мне надо набрать очень много отлично на пятерку. Что непросто? Если звездочки не пропускаешь, то это считается цепочкой. Молодец! Лучше, конечно, не пропускать. Ты давно очки собирал? Блин.
Зацепился немножко. Когда вот так вот начинает уже тикать, это значит, не хватает нам ускорения, наверное. Отстаем от Снича. Да уйди ты! Мешаются? Вот уже где-то рядом. Поймал таки. Сколько нам насчитают? Тут уже чаще хорошо. Отлично, 33 раза. Но лично мне больше нравится варить зелье, чем играть квиддич. Но выползти бы, да, на четверку выползли, ладно. Хоть не три. Так, тренировка. Ой! Здесь уже пихают вот этих вот. Я не знаю, как это назвать. Фигурки эти с тыквами вместо голов. Вообще везде. Главное вообще еще звездочки не пропустить, чтобы цепочка получалась. Основные очки засчитываются за отличное пролетание этих звездочек. Основной балл такой. Хорошо пролетели. Все трое. Чтобы пролететь отлично, я поняла, надо лететь прямо именно по центру, строго. Ни больше, ни меньше. Сейчас какой-то короткий матч получился. Отлично, всего лишь 23. Ну давай, выходим из стройки. О, 4. Опять какого-то миллиметра не хватило. Ну и все. Вот. Пока что это нам недоступно. Остальное. Так, посетим-ка клуб полетов.
Открылся Пуффендуй. Толкается. Надо сказать, Снич очень часто вообще покидает поле. Вот, мы улетели в лес куда-то. Соперники где-то мои отстали. Мы наедине со Сничем. А вот он. Вот вспомнишь, он и прилетит. Ах ты, я не задела звездочку там. Отлично, 32. Почти в два раза больше, чем хорошо. Еле доползли до четверки, нифига себе. Так, Когтевран. Когтевран полетит к жене. Финт получился. Ах ты!
опустила. Прервалась цепочка у меня. Что такое за толкотня? Сейчас еще поймает снич тут вместо меня. Нифига. Ну и что там у нас? Очень плохо. Отлично, 25. Даже дотянули почти до пятерки. Главное не победа, главное участие. А мы победили. Так, Слизерин. Толкается паразит. Эй, народ! Жестко выталкиваю. Ой-ой-ой. Задело, по-моему. Мне главное не прервать цепочку, еще за это получить баллы. Я в ударе? Диктор сказал. Попытаются сейчас меня вытолкнуть. Готово! Ну что там? Какой счет? 32, отлично. Хорошо, много нахватало, конечно. Цепочка зато неплохая.
До пятерки, конечно, чуть-чуть не дотянули. Да, и фиг с ним. Пуффендуйцев. Сейчас сделаем. Мы вообще по стадиону очень мало летаем. В основном все где-то либо под ним, либо где-то на территории. Печатаем сейчас его в стенку. Это уже становится традицией. Хорошо, отлично, почти 50 на 50. Опять на четверочку. Ну что сказать, мы хорошисты по оценкам. Четверочники. Когтеврам. Да, матч против Когтевра на Джинни. В основном все хорошо пролетаю, не отлично. А, я, по-моему, пропустила звезду. Чёрт. Когтевран ведёт в счёте.
еще одну звезду пропустила. Длительный какой-то матч у меня получился. Ой, что напали-то? Что нам поставите? Троечку. Нет, на четверку вытянули. Доказали свою репутацию хорошистов.